Отлично. Таня, расскажи, пожалуйста, что было для тебя наиболее полезным из моих занятий, что больше всего запомнилось, может быть, понравилось? Ну, учитывая текущие события в моей жизни, для меня наиболее полезным была психоэмоциональная сфера. Я открыла для себя новые запахи, которые помогают привести в порядок ум, душу, успокоиться. Открыла наиболее симпатичные для себя запахи, потому что оказывается их огромное разнообразие. И я бы хотела дальше углубиться в эту сферу. Помочь себе прежде всего. Потом, возможно, помогать родным. Здорово. Здорово. Вот, а что ты совершенно точно будешь из того, что ты узнала, вот использовать, когда вернешься в Москву? Ну, во-первых, я обязательно хочу попробовать сварить крем для себя. Просто потому, что это интересно, увлекательно и полезно. Во-вторых, обязательно хочу создать свою аптечку для себя в помощь себе и близким. Ага. Это прежде всего. Ага. Вот. И у меня очень стрессовая работа. Для меня тоже было важно, как поддерживать себя, как помогать себе в периоды особого стресса. Эти моменты я обязательно буду использовать в своей практике. Спасибо, спасибо. А какие масла больше всего понравились? Ну, вот из всего разнообразия запахов мне запомнились розмарин, базилик и специи кориандр. Я очень люблю бергамот, люблю и кардамон. Кардамон вообще мой один из самых любимых запахов. Еще очень нравятся цветочные, ланг. Герань понравилась, хотя она, в принципе, предназначена для зрелых женщин, но мне почему-то она очень понравилась. И хвойные понравились. Пихта, можжевельник. И очень-очень понравилась смесь апельсин с ванилью. Это прям как духи. Ну что ж, надеюсь, смесь поможет в творчестве. Смесь безумно вкусная, я бы ее нюхала целый день. Здорово, здорово. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Таня. Спасибо.